Ярославль, Москва, Тбилиси, Ярославль. И это за один неполный календарный месяц. Такой путь проделал главный тренер баскетбольного клуба «Буревестник» Борис Соколовский. Впереди очередная командировка в Германию в составе сборной страны. В городе Ульме россияне сыграют в международном турнире в преддверии квалификации на Евро-2017. До этого команда провела 5 контрольных матчей и во всех одержала победы. В перерывах между играми национальной команды Борис Соколовский руководит тренировочным процессом ярославского «Буревестника». Задача перед пернатыми стоит серьезная – занять первое место в чемпионате и подняться в дивизион рангом выше. Мы, в общем-то, провели незначительные изменения по сравнению с прошлым годом. Вот. Многие ребята остались. Самое главное, чтобы наши парни были здоровы и меньше травмировались. И тогда у нас все получится.